А на Майдане, как уже все стало понятно. Я когда приехал, парням сказал, ну что, зашел шмелю, говорю, будет война. Все такие не поняли. Ну, я-то на этих эмоциях Майдана, да, вот тут энергия. Горишь, говорю, будет война. То есть там все, там, говорю, это не наша, говорю, страна. Говорю. Там кто-то другие живут. И вот, являясь официальной властью, да, там, сотрудником полиции, по тебе стреляют. А ты в ОМОНе служил, да? Нет, я в спецразделении «Сокол». А, ну. Которому там одна группа у нас была на Майдане. При этом работу не давали. Раз выдали оружие, все, вооружились, заняли высоты, когда прикрывали отход штурмовых групп, которые вот черные вклинились тогда, вытягивали. Это раненых просто вытягивали. Ну, когда начали там даже падать парни. И все, тогда уже было четкое сознание, когда приехал в Луган, что происходит, что назад дороги нет и страны уже нет.